Жителя Улан-Удэ обокрали в Ангарске на 1 000 000 рублей. Гость города готовился к покупке автомобиля и через интернет заказал услуги посредника, но нарвался на мошенника. Потерпевший совместно с подозреваемым в отделении банка города Ангарска снял денежную сумму крупную, около 1 000 000 рублей, на что злоумышленник решил ввести потерпевшего в заблуждение и попросил передать данную денежную сумму ему для того, чтобы внести залог за автомобиль, чтобы продавец смог начать оформление документов. Завладев данной денежной суммой, подозреваемый зашел в один из подъездов дома 7-го микрорайона города Ангарска, где сразу же вышел из него через сквозной проход. Подозреваемый задержан, однако денег у него уже нет. 35-летнему судимому мужчине грозит очередной срок.